В Нефтеюганске обустраивают пешеходные переходы. Этим летом на 80 перекрестках города установили дублирующие знаки, чтобы крупные автомобили не загораживали их. Однако теперь новые столбы на нескольких участках загораживают светофоры. Дело в том, что копать яму в любом удобном месте нет возможности. Можно задеть сети ресурсно-снабжающих организаций. В таком случае город мог бы остаться без света, связи или тепла. Проблему решают, в дальнейшем светофоры перенесут на высокие столбы. Сюда же проведут и электричество. Таким образом, в вечернее и ночное время большинство пешеходных переходов города будут освещены.